Работников бюджетных учреждений учат действовать во время форс-мажоров. В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников МЧС России предписало провести ряд профилактических мероприятий. В связи с этим в Якутске обеспечивается готовность сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов. Кроме того, с 12 декабря начались рейды и тестовые эвакуации, направленные на подготовку сотрудников образовательных учреждений и иных организаций, где планируются новогодние мероприятия. Личный состав и инструкторский состав уже начали проводить такие мероприятия, как проведение инструктажей со служащим персоналом, проводятся занятия в школьных учреждениях и в этих дошкольных детских учреждениях проводятся такие мероприятия, как тренировка по эвакуации при возникновении пожара, викторины для обучения детей, как себя вести при возникновении пожара.